Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников. Неизвестный автор. Большой салон с органом. 1830 год. На представленной акварели изображен большой зал. Возможно, старого усадебного дома с характерной для 1830-х годов обстановкой, где пышные элементы ампира, ни о готике, ни о классицизме и Бидермайера образуют причудливую смесь. Высокий сводчатый потолок с классическими люнетами и арочный проем, ограниченный снизу горизонтали, создает ощущение обширного пространства, задает торжественный тон, которому вторит большой орган в готическом стиле. За инструментом сидит молодая женщина, одетая в светлое платье по моде тех лет. Хрустальная люстра с позолотой висит на длинных цепях. Огромное окно задрапировано роскошными портьерами в стиле регенства с бахромой и кистями. Края полотен поддерживают два орла в центре потолочного люнета. На переднем плане представлена черная ампирная софа с большими золотыми валютами, украшения в виде завитка. За ней недалеко от органа письменный стол с книгами и китайской вазой, креслом в стиле Людовика XV. Также великолепные фарфоровые вазы расставлены по всему залу. Нарядный камин в стиле неоклассической английской архитектуры братьев Адам с белыми рельефами на голубом фоне вместе с гарнитурой каминной полки из двух ваз и часов посередине. И большой картиной в пышной раме создают композиционный противовес органу. В зале царит величественная, словно подернутая патиной времени, музейная атмосфера, где множество драгоценных предметов рождает перекличку самых разных эпох и культур. Ну, вот такое описание к работе «Большой салон с органом», 1830 год, неизвестный автор, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.